Девчонки-мальчишки, у нас был проект «Я мама», про который я, ну, чаще всего на втором канале рассказывала. Там этот проект был бесплатный. Работа шла по 8 направлениям. Это работа с отношениями, с деньгами, с детьми, со здоровьем и так далее. То есть есть так называемое колесо баланса. Я вам ссылочку на участие в этом проекте оставлю. Не знаю, есть ли сейчас розыгрыш призов или нет, а в первый этап, не первый этап, а первый поток, он был с розыгрышем главных призов. То есть все участники, которые прошли до конца этот проект, они участвовали в розыгрыше призов. Это разыгрывалось 8 пылесосов наших, потом 8 годовых подарочных наборов и 100 было каких-то наборов. Если честно, содержимое даже этих наборов не знаю. Сейчас мы будем вместе с вами смотреть. Для меня это сюрприз. И когда мне сегодня пришла посылка, я такая, блин, а что за посылка-то? Я вообще ничего не заказывала. Потому что они должны мне были доставку сделать на пункт выдачи. То есть мы договорились. Но в итоге они прислали все равно на e-mail доставку. То есть доставка на дом, но я не стала здесь напрягать почтальона, нести мне эту посылку, поэтому я ее забрала сама. Папа, можешь мне ее раскрыть? Она уже разрезана. Она уже разрезана, ее просто так вот расщепни и все. Да. Коробка огромная. Вот. Короче, я не знаю, что здесь. Сейчас посмотрим. Вот, так, что у нас? Вот, значит, получается у нас весь набор Bloom. А вот какой именно... Сейчас мы с вами глянем, что это за линейка такая. Ну, мелочь, как говорится, приятно. Некоторые участники, кто и участвовали в этом наборе, они и не получили подобного рода подарок. Так, значит, у нас здесь биокапсулы молодости с активными клетками жасмина. Это для возраста 35+. Не знаю, под возрастом ли они отправляли или нет, или все, для всех был такой подарок. Сыворотка, значит. Ну, вот как раз я потестирую заодно ночной крем. Я почему-то думала, что это сборная солянка будет, декоративка, плюс там еще что-то. А оказывается, нет. А, девчонки, кто пробовал эти крема, расскажите, как они вам, понравилось или нет эта линейка. Это ночной крем. Это крем для век, скорее всего. Ну, я говорю, для меня это сюрприз, потому что я не знала, что будет являться подарком. Да, это крем для век. У меня еще, правда, не закончилась моя линейка, которой я сейчас в данный момент пользуюсь, а это дневной крем. Вот такие вот у нас подарки есть, так что, девчонки, участвуйте в акциях, потому что всем кажется, что вот эти вот розыгрыши, они наигранные, что они нереальные. А на самом деле, как вы видите, это не так. То есть я стала победительницей в этом конкурсе. Пусть я получила не главный приз, но в любом случае, вот я, допустим, со своей коллегой, проживающей в Саратове, разговаривала, она тоже прошла полностью, и она говорит, я не выиграла. А вот я выиграла, так что нету здесь никаких подставных лиц, а здесь реальные победители в наших конкурсах. Так что я еще ссылочку для регистрации оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Это не единственный конкурс, который проводится в компании, проводятся они на постоянной основе, на регулярной основе. Будете участвовать и иметь шанс выиграть какие-то призы. Все, подписывайтесь на канал. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.